Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Пришла посылочка от Рандеву. Там много интересного. Уход, декоративка. Будем с вами делать макияж. Итак, поехали. Вот так выглядит коробочка. Уже начинаю ее вскрывать. Хорошо упакована. Как всегда, ссылочки все и промокод на скидку 10% оставляю под видео. Обожаю Рандеву, там система скидок накопительная. И еще можно за отзывы, за честные достоверные отзывы получить баллы. И очень дешево взять любимые продукты. Наконец-то была в наличии масочка из той же серии, в которой в прошлый раз у нас с вами был шампунь. Сейчас мы их все вместе запробуем. Так, это у нас с вами Элли Сейник, по-моему, да? Я опять могу коверкать. Аленка Ризель хвалила эту маску. Так, что у нас с вами? Я повторила зубную пасту от Консли, потому что они классные. Мы всей семьей их оценили, очень полюбили. Корейско-китайские пасты, они очень крутые. У меня здесь такая же, как была в прошлый раз, синенькая, и я взяла красную попробовать. Красную еще не пробовала. Посмотрим, расскажу вам тогда. Интересно, пасты действительно крутые, очень хорошо очищают эмаль, чувствительность не повышают, в общем, никаких к ним нареканий. В то же время вкусненькие. Так, я взяла LCF, полное восстановление, вот такой вот шампунь. Тоже будет интересно, очень попробуем. Дальше у нас с вами для волос тонирующая маска от Алин. Никогда не пробовала, очень интересно. Так, где у нас тут с вами по-русски? Вот. Так. Не вижу. Бережная тонирующая маска. Ага, подчеркивает цвет окрашенных волос. В общем, вот такой вот оттенок. Он назывался аметист. Да, аметист. Мне нравится вот именно аметист на волосах. Все, что вы видите, это я тонирующий аметист. Только другой производитель был, да, поэтому попробуем. Так, дальше. От Консли взяла еще вот такую штучку с кислотами. Очень интересно тоже будет попробовать. Пасты понравились. Уход у них тоже не очень дорогой, поэтому решила попробовать. Это пенка для умывания отшелушивающая с АХА, БХ, ПХ кислотами. Классно. Так, дальше у нас с вами крем-уход от LCF «Длина мечты». Неплохие отзывы тоже. Смотрите, здесь какая помпа классная. Вообще супер, удобно. Это крем-уход несмываемый. Запечатать волосики наши, супер. Так, Дейзик взяла мужу вот такой Рексона. Твердый. Так, пробнички. Смотрите, сейчас парфюм опять. Вот этот, кстати, мне он очень понравился. Хорошо, что опять его вложили. Так, и это что-то новенькое у нас. Что это, девочки? Я не пойму. Эссенция, по-моему, какая-то, да? Эссенция. Будем смотреть. Так, и дальше у нас с вами декоративочка. Немного. Я взяла гель для бровей, потому что гель для бровей от Luxe Visage не держит мои брови. Ну, что ты не фокусируешься. Поэтому я взяла Vivien Sabot. Девчонки в комментариях тоже хвалили фиксирующий гель для бровей и ресниц. Вот так он выглядит. Так, будем пробовать. Вот такая вот помадка. Матовая. 0,7 оттеночек. Тоже будем все с вами пробовать. Так, и у меня здесь карандашик. Лайнер. Помада и карандаш у нас тоже с вами Vivien Sabot. Вот в таком вот 603 оттенке. Лайнер. Очень интересно. Карандаш для глаз устойчивый, гелевый. Мне прям не терпится оттеночек потестировать. Не хочется черный, не хочется совсем делать черные стрелки. Хочу попробовать устойчивый от Vivien Sabot. В общем, будем делать макияж, все посмотрим. Как раз собираюсь мыть голову и волосы, и будем первыми пробовать вот эту вот парочку. Эти шампуни у меня активно прям используются из этой серии. И масочку. Интересно, насколько ее... А, есть здесь по-русски, есть. Нанести средство на чистые, влажные, распределить по всей... На 5 минут всего лишь написано. Я, наверное, подольше подержу. Интересно, что за консистенция тут у нас. Это шампунь, он такой прям твердый-твердый, зафольгировано. Слушайте, белая, но тоже очень плотная. Прям тяжело выдавить из тюбика. Хорошо, что тюбики у этих средств, они мягкие. Такая плотная, кремовая. Посмотрим. Весь комплекс утренних процедур масочку нанесла. Пока очень нравится, потому что волосики моментально разглаживаются под руками. Но они не запутывались, потому что шампунь из этой серии, он тоже очень крутой, он вообще не спутывает волосы. Поэтому да, и буду держать больше, чем 5 минут. Она очень плотная. Она, скажем так, даже тяжело распределяется по волосам сначала, но потом нормально. Волосы начинают ее съедать, и в принципе расход у нее средний. Потому что она такая достаточно плотная, хочется нанести ее везде, да, распределяется она туговато, скажем так, средний. Небольшой, не маленький, средний такой расход, в принципе, на минимум
На моей длине минимум на 7 процедур вот этой вот упаковочки хватит. Вот. Так что буду ходить подольше, потом расскажу. Ну что, мы с вами пока будем делать макияж. У меня вот Люкс Визаж, вот этот вот для бровей гель, он их не ставит. Я вам сейчас покажу. Нет, он их ставит на долю секунды, они потом отваливаются. Так, что мы с вами делаем? Кушон сначала. Я его сейчас кисточкой наношу. Тут все расставила у себя в коридоре. Теперь не найду. Кистью наношу, мне нравится больше. Зеркальце. Надеюсь, вам хорошо видно. Так устроилась я тут на полочке с вами. Кисточкой наношу. Для легкого перекрытия, легкого такого оттеночка. Прям совсем чуть-чуть. Вот прыщичек, видите, перекрывает кушон. Все. Так. Поэтому, я не знаю, девочки писали, что Люкс Визаж, он намертво брови прям приклеивает, даже кожа, да, приклеивает. Но они у меня все равно от него не стоят, они все равно опускаются. Вот настолько у меня тяжелые брови. Так. Да, Крис, что тебе, милая, дать? Что? Что, мой сладкий? Дальше тени. У нас с вами будут Люкс Визаж. Сейчас их активно использую. В оттеночке 107. Духи тебе надо? Бери духи. На, вот, бери себе духи. На, иди играй. Так. 107-й, жидкие, матовые, которые. Иногда миксую два оттеночка, которые у меня есть, вот другой серый. Он все-таки не нравится, как самостоятельно. Мне не нравится, как он самостоятельно смотрится на веках. А вот этот, если с ним миксануть, получается очень красивый оттенок. И нижнее веко тоже. Кстати, вот с этим оттенком, говорили, глаза выглядят заплаканными. А по мне нет, смотрите, белок сразу выглядит гораздо белее с этим 107-м оттенком. Свежее взгляд. Что такое? Ну, духи. Дальше что? Нижнее веко тоже подвожу им. Вот. И второй глазик сейчас. Так, теперь будем рисовать стрелочку карандашками в Ян Сабо. Я вам покажу все свои... Ой, он темный. Потому что с вот этим цветом не сравнить. Здесь теплый коричневый, он практически черный. При естественном освещении вам покажу. Точиться он будет вместе... Видите, он не выдвигается. Нет, он будет точиться вместе с корпусом. Коричневый. Но проверим заодно на стойкость. Так, рисуем стрелочку, межресничку точнее. Интересно. Можно тушеванную легко сделать с ним. Не, ну он не ярко ложится, не ярко. Видите, в глаза не бросается. На эти тени нормально ложится. Угу. Поношу весь день, потом расскажу про стойкость. Надо без теней его еще попробовать, будет ли навеки отпечатываться или нет. Неплохо ложится. Посмотрим по стойкости пока. О, смотрите. Класс. Даже прилагая усилия, вот видите, как тру на месте. Хотя только минутку прошла. На глазках смотрится красиво, здорово. Я такое люблю. Так, теперь тушь First Class коричневая, как всегда, разумеется, артикул 5372. В два слоя. Так, а теперь пробуем... Гель для бровей. Люкс Визаж не буду даже пробовать, потому что потом придется стирать, стирать вместе с тоном. Нет, не держит. Так, давайте Vivienne Sabon. 0,2 здесь написано. Хотя он без оттенка, но написано 0,2. Я Люкс Визаж и щеточкой держала, чтобы они застыли в таком положении. Где-то они все равно опускаются. Так. Но мне кажется, нет, Vivienne Sabon еще слабее. Он их даже не приподнимает. Вот так даже держу. А они опять ложатся. Ну, хотя пока вот нормально. Да. Сейчас посмотрим. Ну, давайте на вторую бровь Люкс Визаж нанесем, ради интереса. Покажу вам, как. Он поплотнее, сам гель здесь. Но его и может быть видно. Он такими капельками ложится, какими-то странными. Его видно, Vivienne Sabon не видно. Этот видно. Вот они встали,
А сейчас секунд через 10-30 они опустятся. Его видно, блин. Его очень сильно видно. Такая клейкая основа, такая, знаете, как клей-момент практически. Блин, вот эти капельки. Он сейчас застынет, и вот видно на пушковом волосе вокруг брови некрасиво. Вивьен собой не видно, и пока, смотрите, бровь стоит. На ощупь пока все мокро. А это уже легла. Потому что сам гель тяжелый, волоски тяжелые. Сейчас я Вивьен собой пройдусь еще. Кап-кап-кап. Вот, слушайте, пока неплохо. Посмотрим сейчас. Доделаем макияж. Дальше у нас с вами помада. Ой, я контуринга никакой не делала. Я сейчас, кстати, редко делаю. Можно румяшки чуть-чуть. Румяшки Stella 03. Они на самом деле не такие коричневые, как вам выдают фото. И все. Контуринг не будем делать. Румяшек вполне достаточно. И, кстати, как контуринг надо использовать. Вот и все. Так, помада. У нас с вами Vivien Sabo в 07 оттеночке. Открываем. Тоже просвочу при естественном освещении. Настойкость проверим. Мне кажется, я матовую помаду Vivien Sabo никогда еще не брала. Такой ягодный оттеночек. О, какой. Но он, кстати, не сейчас вам неправильно передает. При естественном посмотрим. Он больше такой лиловый. А вам розовый почему-то. Потом при естественном посмотрим. Яркий. И камера опять неправильно передает. Она вам розовит почему-то этот цвет. Хотя нет, у меня было много, кстати, матовых помад Vivien Sabo, но не этой серии. И они по текстуре, по своей бархатистости очень напоминают жидкую матовую помаду от Faberlic. Я их всегда сравнивала. Можно себе миллиметр подарить. Угу. Ой, быстро как она застывает. Смотрите, становится такая бархатистая. Оттенок не смотрите, вообще не такой на губах. Он более лиловый. Сейчас посушимся с вами, посмотрим на масочку и при естественном освещении все покажу. Вот сводч при естественном освещении. Опять почему-то вот этот сводч розовит. Вот такая она, да, лиловая. Все равно вот делает камера розови даже при естественном почему-то освещении. Не пойму почему. Вот карандашку, он вообще не стирается. Помаду я попробовала размазать. Она очень туго-туго двигается с места, скажем так. Вот такая помадка. Но она все равно больше немножечко лиловая. Вот как смотрится макияж и помадка. Все равно, даже передняя камера, вот сейчас смотрю, у меня тут зеркало, делает вам ее немножко другой. Она лиловая, прям яркая лиловая. Мне даже нравится больше, какой вам ее передает камера, чем она есть на самом деле. По уходу за волосами, Sanic, да, класс. Супер, масочка вообще шикарная. Смотрите, какие живые, блестящие волосики. Очень понравилось, вообще супер. Прекрасные, рассыпчатые, гладкие, блестящие, в то же время объем сохранен. Все отлично. Вообще здорово. Мне очень понравился уход. Действительно классный, действительно волосы очень хорошо выглядят. Замечательно. Мне понравился. Ну и помадка, смотрите сами. Карандашик не броско, не ярко смотрится, но в то же время подчеркивает глазки, да, межресничку. Все здорово. Будем дальше тестировать все, что у нас есть по ссылочке. У нас там с вами еще пенка, еще уход, еще тонировочку будем пробовать. Так, кстати, бровь лучше стоит от Vivien Sabo. Вот это уже легла, видите, где сначала был Люкс Визаж, а потом Vivien Sabo. И Vivien Sabo гель не видно. Смотрите, какая идеальная. Вообще класс. Так что пока я свое предпочтение отдаю все-таки гелю для бровей Vivien Sabo. Мне он нравится больше. Пока. Будем пробовать дальше. После полноценного, кстати, обеда и перекуса помада съедается изнутри, но тем не менее все деликатно. То есть она и по периметру немножко поблекла, и изнутри съелась. Вот, поэтому, вот, видите. В общем, вот так она съедается, но держится все равно долго, то есть уже вечер нормально. А сейчас будем пробовать с вами вот эту парочку. Это у нас с вами шампунь Эльсеф и оттеночный. Насколько он у нас по инструкции наносится? Интересно, нанесите маску на промытые и слегка подсушенные волосы. Ага. Используйте перчатки даже.
на 5-20 минут, в зависимости от нужной интенсивности. Ну, я минут на 15 буду точно оставлять такой он цветом. Она масочка. Сейчас посмотрим. По шампуню. У меня еще масочка на лице. Шампунь классный, силиконистый. Вообще не спутывает волосы. Мои волосы такое любят. И даже вот после шампуня ничего не хочется наносить, потому что волосы и так классные. Напитанные, увлажненные. Нормальный, может быть, будет утяжелять. Мне кажется, для сухих, ломких прям вообще классно. Мне понравился. Прям как будто крем на волосы наносишь, вроде промывает, все хорошо, смываешь, а волосики гладенькие, классные, и уже как будто и маску сделала. Так, по тонировке. Вот нанесла, буду ходить. И мои рыжие корни, они слегка рыжат при определенном освещении. И краска уже смывается. Два раза уже помыла голову после покраски, да? Или три. И они рыжают. Конечно, нужна тонировка. Это блонд, все понятно. Вот сколько за один раз ушло. Я прям как следует промазала все корни. И вроде, ну, на глазах прям они немножко изменили цвет. Поэтому посмотрим сейчас. Надеюсь, все будет очень достойно. Сушилась. И что хочу сказать. Вам камера сейчас так не передает. Но тонировка очень слабая. Она, если и будет тонировать, то совсем обесцвеченные волосы. Очень слабая. Я даже практически не вижу оттенка, с концептом не сравнить. По поводу уходовых свойств, да, после нее волосики классные. Я еще нанесла на кончики от Эльсеф вот этот кремушек «Длина мечты», прям совсем немного. Тоже такой силиконистый, классный, супер. Все понравилось, все замечательно, все здорово. Волосики живые, блестящие, рассыпчатые, объем сохранился. Все как бы в этом плане отлично. А у Алин, конечно, тонировочка слабенькая. Только, наверное, разве что обесцвеченным волосам и подойдет. Шампунь понравился тоже. Тоже классный, все супер. И крем классный, вот прям все супер. Замечательно. Ну, а тонировка нет. Осталось желтизна. Желтизну вообще нейтрализует. То есть там вот, где волосы седые были, да, они так и так сами по себе светлее. То есть у меня такое колорирование всегда на волосах, да. Там, да, есть легкий оттенок, а так нет. Поэтому Алин больше брать не буду. Концепт пока самый сильный. Ну, вообще тонировка краской самая мощная вещь. Тут главное не переборщить, да, черной красочкой. Мы с вами тонировались, там сразу вся желтизна убирается. По поводу пенки. Я, оказывается, ее уже заказывала на рандеву. Тут начала разбирать свои запасы. И у меня есть пенка от Консли. Мы с вами ее уже тестировали. Я ей с удовольствием пользуюсь. Она очень густая, выбеливает, подсушивает. И тут действительно есть кислоты. На самом деле классный уход, очень бюджетный, очень классный. Мне нравится. Вот кому подойдет? У кого жирная кожа, проблемная кожа, высыпание и так далее. Прям вот вообще супер. Поэтому да, пенка классная, все в ней супер. Она такая прям белая-белая, густая-густая, как салициловая паста. Мы с вами ее уже тестировали. Она очень хорошо чистит. Вот такого вот плана. Так, что еще по поводу паст? Пасты тоже супер. У меня уже есть весь набор. Красная, классная, вообще тоже оценили. Всей семьей черную оценили. Пасты супер. Они выходят очень хорошо бюджетно. Если применять накопленные баллы, прям вообще 100 рублей. Красота. Так, ну на этом все, мои хорошие, мы с вами все протестировали, буду ролик заканчивать. Ссылки и промокод на рандеву, как всегда, под видео. Проходите, смотрите. Всех люблю, целую, всем пока-пока.